Ну и в конце выпуска о погоде. После аномальной жары погода разбушевалась. Жители округа запечатлели капризы природы на камеру телефона. Сильнейший ливень обрушился на Люберцы в минувший понедельник. Мощные порывы ветра достигали 22 метров в секунду. В некоторых районах выпало до 70% месячной нормы осадков. Шквальный ветер ломал деревья. От грозы срабатывали сигнализации автомобилей. В таких погодных условиях специалисты рекомендуют быть осторожнее. При возникновении чрезвычайной ситуации сообщите по номеру 112. Звонки бесплатны с любого устройства мобильной связи. Thank you.